Самое долгожданное событие в жизни каждого студента – получение диплома о высшем образовании. Долгие годы студенты трудятся на зачетку, чтобы потом гордо сказать «Я получил диплом». 5 июля в Императорском зале Казанского федерального университета состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам-отличникам, принимавшим активное участие в общественной, культурно-массовой и спортивной деятельности университета. По традиции, в начале мероприятия с приветственными словами выступил первый проректор, проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. Сегодня у вас очень важный день вручения дипломов. Вы сегодня официально становитесь выпускниками Казанского федерального университета и, как обычно говорят в этих случаях, вступаете в новую жизнь, перед вами открываются все возможности. В 2024 году дипломы вручили более 50 лучшим студентам. Почетное право открыть церемонию и вручить заветный документ о высшем профессиональном образовании было предоставлено первому проректору, проректору по научной деятельности Дмитрию Таюрскому. Также на церемонии присутствовали профессорско-преподавательский состав. К вручению также были приглашены директора институтов, чьи студенты вышли на подиум. Как отмечают директора институтов Казанского федерального университета, поздравление лучших студентов таким способом – это повод по достоинству оценить молодое поколение высококвалифицированных специалистов. Казанский федеральный университет имеет свою очень богатую историю, которая уже больше 200 лет. Но эту историю делают люди, студенты, выпускники, преподаватели, сотрудники. Эта история складывается из каждого человека и его труда. И вот сегодня в этом зале, то есть и каждый год мы проводим церемонию чествования лучших выпускников-отличников. Для меня это всегда загадка. В институте физики учиться очень сложно и трудно. Люди у нас большой, так сказать, отсев. И те, кто доходят до конца с красным дипломом или синим, это просто герои, фантастические люди. Я считаю, что красный диплом, синий диплом, самое главное, что они дошли до конца, освоили все курсы. И у нас выпуск почти 300 человек в этом году. И из них почти более 90 с красными дипломами. Это для меня какая-то фантастика. Я думаю, что это просто бальзам на наши души, что мы все-таки не зря работаем. И что я надеюсь, что все, кто у нас закончил, найдут свое место в этой жизни. Я считаю, что это очень важно. Дмитрий Альбертович как раз в начале своего выступления сказал, что университет, любой университет, это в первую очередь студенты, наши студенты. Это наше будущее. Это те, в кого мы вложили частичку своей души и которые придут нам на смену. Конечно же, мы должны отмечать студентов, которые достигли успехов в чем-то, в учебе, в науке, в спорте, в общественной деятельности, потому что это лидеры, это те, ну, если говорить языком химии, кусочки кристаллизации или частички, которые вызовут вокруг себя консолидацию других людей, и они будут руководителями, очень хорошими руководителями, которые поведут людей, ну, в правильной дороге, в правильном направлении, и они, восприняв вот идеологию развития университета, потом дальше, мы будем уверены, что наше дело не пропадет. Эти люди дальше будут развивать наш Казанский федеральный университет и приведут его, конечно же, к еще большим успехам, еще большим достижениям. Я думаю, что это немножко грустно для нас, потому что лучшие уходят в большую жизнь, но при этом мы гордимся тем, что юридический факультет выпустил таких замечательных выпускников с такой очень твердой гражданской позицией активной. И в то же время мы надеемся, что они вернутся в Альма-Матер уже в качестве аспирантов, возможно, мы там магистрантов или уже аспиранты преподавать, поэтому всегда вот эта преемственность поколения, она сохраняется, и это тоже важно для университетского сообщества, поэтому жизнь продолжается. Мне очень радостно здесь быть, во-первых, потому что для меня это воспоминание о моем университетском прошлом. В 2010 году, в первый год выпуска Казанского федерального университета, я вошел в число 25 лучших выпускников, меня тоже награждали в нашем зале императорском, тогда еще актовом. Вот поэтому для меня это очень трепетно. Я вижу лица талантливых наших студентов, выпускников. Я знаю, кто сегодня от нашего института награждается, и знаю, за какие заслуги. Поэтому это очень приятное событие, в котором, ну, просто радостно принять участие. По словам выпускников, церемония вручения для них – это не просто праздник. Это день, когда все твои труды наконец оценены по достоинству. День признания тебя как профессионала своего дела. За время обучения, будучи студентами, ребята приложили огромные усилия не только к получению и усвоению образовательной программы, но и к развитию культурно-массовых направлений родной Альма-Матер. Могу сказать, что я очень счастлив, очень доволен и горжусь собой, горжусь своими работами. И просто могу сказать спасибо родителям. Их, к сожалению, сегодня нет здесь, но они со мной в сердце. Могу сказать, что я просто счастлив и очень благодарен университету. Спасибо за такую возможность.
Мне кажется, что для каждого студента, кто получил данную грамоту и это звание, этот путь составлял 4 года, а может, у некоторых и больше, потому что все мы выкладываемся максимально на полную, чтобы и развивать как и себя, свои стороны и качества в зависимости от направлений, так и наш любимый университет и, в частности, каждый наш институт. Для меня очень ценно, что сегодня я здесь, что мне из рук проректора вручили диплом и вручили благодарственное письмо, поэтому я очень рада, что закончила университет. Большое спасибо Казанскому федеральному университету за поддержку и развитие, и за все. Сегодня действительно очень важный для меня день, потому что сегодня заканчивается моя 7-летняя студенческая жизнь. Я окончила магистратуру в Институте филологии и межкультурной коммуникации. И действительно, за это время было много побед и достижений. И сегодня для меня особенно значимо стоять здесь в числе лучших выпускников и знать, что я вписала свою историю в историю нашей альма-матер. На самом деле эмоции немножко грустноваты из-за того, что подходит такая большая глава моей жизни. И самая главная, наверное, мысль, которая сегодня прослеживается, лично у меня, хочется отмотать все время назад, все эти 6 лет, которые я прожил, действительно жил в университете. Хочется вернуться обратно на первый курс и прожить этот путь заново. Отметим, что на церемонии также вручали памятные шарфы, статуэтки «Лучший выпускник-отличник» и благодарственные письма тем студентам, которые особо отличились в сфере внеучебной деятельности как своих институтов, так и вуза в целом. Помимо торжественной части, на вручении также прошли концертные номера, создавшие в императорском зале необычайную атмосферу торжества. Танцевальные и вокальные номера, яркие костюмы – вот что добавило церемонии легкости и ощущения праздника. Завершилось мероприятие по доброй традиции общим фото, где поместились все выпускники, а также профессора и преподаватели. Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Хафиз Гараев, Богдан Священко, Тимур Табаров, Данила Васильев, Андрей Багаудинов. Универ новости.